Привет! Добро пожаловать в шахту золота. Привет, у меня 30 рубля, я его не продал. Круто! Это мое приветствие. Добро пожаловать на Папаю, вторая, третья серия. Да, в прошлой серии не было Миши, потому что он не хотел играть. Миш, скажи, ты замечаешь какую-то разницу? Слишком много деревьев, зашел пройти не могу, придется сносить все эти сорняки. Во-первых, я скрафтил второго миньона, теперь у нас один копает камень, второй копает булыгу. Ну, допустим, мне все равно. Еще железный копатель теперь сразу... Я до туда еще не дошел, я тут ходить не могу. Еще железный копатель сразу добывает то, что... То есть сразу плавит то, что он вскопал. А еще я пытался тут чуть-чуть сделать... Запустил тут весь огород, ну вообще никуда не годится. Сколько сорняков повырастало. А еще я попытался начать сортировать сундуки. Но, как видишь, не получилось. В общем, я хочу сегодня отправиться в шахту. Во-первых, чтобы накопить на железную, то есть на алмазную кирку и опять же в шахту снова. Во-вторых, я хочу сделать себе золотой топорик, потому что я видел, как ютубер, просто прикасаясь к дереву, моментально его добывает золотым топором на зачарованием Хасти 4. Потрясающе, давай, я себе такой хочу. У меня глюк, короче, у меня 102 из 100 маны. Ну, допустим, и что, это тебе баф такой, бонус. Так, еще я вчера начал редизайнить дорожку. И теперь она ведет сразу в 4 стороны. Потому что потом мы сможем построить еще острова. А точнее, создать еще острова благодаря специальной вещи, которая называется «Строитель островов». Ну, я не знаю, как она называется на самом деле, но вот можно... Если коллекционировать много кактусов, сейчас мои подписчики увидят, я им покажу, то вот, кактус, фарминг, если добить его до... Они подписчики не увидят, поэтому подписывайтесь. Да, вот, если собрать 2500 кактусов, то мы откроем крафт пустынного острова. Я, кстати, помогу посмотреть, вот так вот он крафтится. Вот, если его скрафтить, а для этого нужно знать крафт, то есть, чтобы он был в книге крафтов, то тогда можно будет поставить этот блок, и из него начнут вылетать блоки, и остров сам построится. Амиш, еще убери верстак, он бесполезный, потому что можно зайти в свою менюшку, и там верстак будет. Не буду я ничего убирать. Ну хорошо, не убирай, я пользуюсь верстаке в своем инвентаре, мне норм. Так. Почему я ставлю полублоки тут? Вот так вот. Я тут сажаю деревья. Ага. Это вопрос. Сажаю деревья тут? Ну да, сажай. О, так я могу купить себе Так я могу купить золото, чтобы скрафтить топорик. Шикарно. Даже в шахту идти не понадобится. Готово. Готово все. Может, попробовать сражаться с мобами? Да, пожалуйста, только сражаться с мобами мне не хватает, поэтому я пойду это делать. А где? Куда идти, чтобы с мобами сражаться? Ну, помнишь, мы были это на кладбище? Вон там зомби спавнится. Не, давай в шахту, там уже тоже мобы, ты говорил. Да, ну просто я узнал, что потом, если мы прокачаемся в ПВПшке, то мы сможем попасть на... Остров, где можно добывать... Я, кстати, дерево все продаю. Да, продавай все. Хотя не, джунглевые не продавай. Джунглевые потом на миньона потратим. Прокачаем его на максимум, и потом ему поставим автопродавалку. Так, ну ладно, еще раз. Куда в шахту? Ну вот, я попал в шахту, ты можешь... Хорошо, хорошо, я понял. Ну, значит, пошли в шахту. А мы разве не находили его кирку? Я хорош. Я не знаю, находил ли ты, я нет. О, я нашел. Smelting touch.
Есть шелковое касание, это плавящее касание. О, у меня теперь есть рецепт книги для зачарования. Как раз таки с этим эффектом. Плавящее касание. Вау, я спустился вниз, а тут золото, оказывается, есть. О, привет, Миш. Я за тобой. Так, ну ладно. Я пошел в следующую шахту. Я прокачался до 5 уровня, так что иду... Да, пошли в следующую шахту. А как? Куда идти? А ты до 5 уровня прокачался? Да. Окей, мне подлагивает. Что значит подлагивать? У меня Майнкрафт не отвечает. Ну и где ты? А, вон ты куда побежал. Ура! Хочу себе кирку лучше. Тут куча криперов будут спауниться прямо за твоей спиной, так что осторожно. Лазурит! Я нашел лазурит. Отлично. И там дальше лазуритовая шахта идет. Но стоп, у нас же сейчас задание поговорить с лифтовым оператором. О, крипер. Меня очень сильно лагает. Меня а куда этот крипер делся? Взорвался. Меня не лагает вообще. Ух ты, сколько лазурита. Это потому что лазуритовое отделение шахты. А если я умру, то что будет? Почему с него падает синий пигмент, а не лазурит? Я не знаю. У меня такой же вопрос. Привет, я управляю этим лифтом за мной. Когда ты исследуешь арену, ты сможешь в нее спуститься. Удачи в исследовании. Найти лаписовый карьер. Так, ну дай... Хорошо. Нужно найти лаписовый карьер, чтобы можно было с ним... им пользоваться. Типа вот, лапис квайри. Лаписовый карьер. Это новая зона. Ну так я тут сейчас лазурит добываю, это разве не то? Ну да, это та зона, в которой ты сейчас находишься, но поскольку ты не поговорил с... лифт-оператора, что мне ему нужно сказать? Ну поговори с ним, просто нажми на него. Ну и что, он не открывает меню? А, значит, нужно обратно идти в самую первую локацию и говорить с ним там. О! Red Pigments Den. О, отлично, Redstone. Так. Как крафтится эта штука, про которую мне сказали? Как крафтится книга? Вот, плавящее касание. 5 угольных блоков. Редстоунчик. Добраться до слаймовой горы. Да, я нашел! Изумруды. Давай, Андрей, иди уже к изумрудам. Я хочу холлоу сделать. Сейчас. Что ты хочешь? Тебе холлоу сделать. Так я же сделал. Тебе должно было написаться уже давно. Так, я пойду, пожалуй, сражаться с мобами. Вот я и тут. О, я могу уже в Спайдерс делать. Ну, в итоге меня убили. Я даже не понял, как. Ну что, 80 изумрудов есть, если плюс твои 8 еще. Хорошо, посмотри, как крафтится этот миньон и скрафти его. Вот ты скрафтишь, мне лень. Ну я сейчас сражаюсь с чешуйницами. Это легче, чем сражаться со всякими там слаймами. Окей, это тоже сложно. Тут нет ничего легкого. Ну давай скрафтим этого миньона и пойдем добывать дерево. Это единственное, что у нас замечательно получается. Чего? Добывать да дерево. Да мне и в шахтах неплохо было. Ну хорошо, тогда ты можешь в шахтах побыть. А я попытаюсь сражаться. Да, изумруды? Куда сундук делся? На... Спасибо. И раз, два, три. Давай заканчивать. Хорошо.
Давай сделаем что-нибудь напоследок и закончим. Хорошо, давай. Я застрял в блоке. А, что еще продать, Андрей, давай. Сейчас, я ставлю. Ты говорил, что будешь качать джунглевого этого, в итоге дал мне все дерево, и я только сейчас понял, что оно нам нужно было. А, стоп, я джунглевое дал? Да нет. Ну ладно, в следующей серии. Да, и что еще продать? О, ты изумрудный сделал. Ура. Это вот ты поставил сундуки тут? Да. Где мы будем предметы сортировать? Вот тут? Да. Окей. Но это не совсем то, что надо. Ну, так, смотри. Сейчас, подожди, я тебе рамки дам. Подожди, не надо мне рамки давать. Просто сейчас поставишь рамки сверху на тот сундук и все. Куда легко? Дизайнишь, да? О, а что это так резко дождь пошел? Ну, решил. Зелень добавляешь, да? Да. Так, ладно, в общем, мы вроде как закончили серию, но Миша тут начал делать кучу всего другого. Например, я упал. Вот такой вот спаун. Типа мы тут чаще всего спаунимся. Это портал, и он пульсирует. Хорошо, портал, и он пульсирует. А еще мы решили сделать платформочку под этим копателем, чтобы можно было добывать вместо все вместо него, потому что он лентяй, ничего не делает. Ты сказал то, что его можно будет жуть, как ускорить. А еще нельзя сделать миньона, который добывает свинину. Можно, если добыть 80 свинины. Ну так чем мы ее не добываем? Не знаю. Ты сказал то, что они супер эффективны, прям жуть какие эффективные. Я вижу, какие они прям жуть как эффективные. Что сделать, чтобы они такими стали? Прокачивать их. Ты ждать, пока он добудет изумруды и делать и. С помощью чего их прокачивать? Ну, ждать, пока он добудет изумруды, и с помощью изумрудов его прокачивать, чтобы он добывал больше изумрудов, чтобы снова за них его прокачать. И так, пока не прокачаешь до максимума. Каждый раз все дороже и дороже, да? Да. Сначала обычные изумруды, потом зачарованные. Потом еще больше. О, нет, я забыл, что у него автосмотр. Понятно, мы его только что обворовали. Что? Он сказал, что его обворовали? Отлично. Продолжение следует. Так, ладно, я буду класть все изумруды в эндер-сундук. А, кстати... Куда? Дай мне сюда изумруды. Что? Ты. Я коплю на изумрудную броню. Ну хорошо, я кинул. Это ты выбираешь, какой под ним блок? Да. Тогда его не будет. Нет! Я не дам тебе добыть ни один изумрудик. Потому что а их что делают? Эти булыгу копают. Один копает камень, один булыгу. Зато один из них второго уровня. Миш, зато один из них второго уровня. Поздравляю, как его качать дальше? Дальше нужно по 40 булыги с каждой стороны. Потом нужно по 64 булыги с каждой... Вообще обложить его вокруг 64 булыгами. Ну ты можешь сам посмотреть в книге рецептов. Слушай, а давай сделаем под ними те блоки, которые они добывают. Чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Да? Ну, кроме хорошо. Одного. А я коплю на изумрудную броню. А я коплю на изумрудный блок. А я не дам тебе свои два изумруда. Мне нужно три, потому что. А я добыл три изумруда. Что я только что сделал? Ой, я случайно выбросил изумруды. Андрей, это было очень страшно. Нет! Я нажал на бедрок, и теперь его голова у меня в руках. Поставь его обратно на тот блок, который ты убрала. Поскольку нету блока, то ты его не сможешь поставить на пустоту. Все, до свидули. Мне ничего не нужно. У меня 10 изумрудов, и я крафчу блок. Миш, поставь его на блок. Да уйди, убери блок, убери вообще все. Вообще все хорошо, сейчас удалю. Как его ставить? Просто так. Все, он снова нормальный? Да. Он адекватный вообще? Ну да. В отличие а от... этот? Нет, он неадекватный. Он говорил ему, что он добывает железо. Я такой, я знаю.
Хорошо, давай как железного прокачать. Сейчас скажу. Отлично. Тебе хватило? Из-за того, что оно не стакается, нам не хватает, а так хватает. Отлично, он похож на Стива. Это потому, что тут такие глюки очень часто. Он второго уровня, да? Да. И как быстро теперь он будет добывать? Не знаю. У него теперь 3 слота в инвентаре. Отлично, куда ему печку сувать? Вместо желтого стекла. Ну пусть добывает. Добывай! Ну он сначала должен заспаунить все железо вокруг себя и потом добывать. Это вот то, что одно я разрушил, да? Угу. Это так сложно. Да вообще нельзя. Нужно, чтобы вокруг тебя было только железо. Иначе это не идеальная обстановка. Я не могу добывать железо в неидеальной обстановке. Я принес ему железо поставить, а оно тут уже оказалось. Ха! Вообще. А-за-за-за-за, он его сам заспаунил. Так, ты мне обещал алмазную броню, сказал то, что она жутко дешевая. У меня нету денег сейчас вообще. Я могу показать, где она продается. This location isn't perfect. Я поставил всего одну листву. Ты все испортил. Он очень грустный. Супермен. А булыжник что так долго добывается? Потому что у нас они только второго уровня. А почему железо тогда лучше добывается? Потому что он не ленится. А как сделать, чтобы оно прям супер быстро добывалось? Сейчас скажу. С какого момента они начинают быстро добывать? Я не знаю, прокачать до 11 уровня, тогда 100% быстро будет добывать. Потому что максимальный уровень миньона это 11. Придумал. Я даже смотреть боюсь, какой у него крафт. 64 зачарованного булыжника, который крафтится из 2 стаков и еще 32 обычного булыжника. Невероятно. Ты отправился на Skyblock Hub? Я случайно. У меня уже 13 изумрудов, при этом я все изумруды добывал с этого изумрудного копателя онлайн. Офлайн. Офлайн, да, офлайн, офлайн. Все, давай уходим и оставляем их тут в офлайн. Ну хорошо. Пока! Только сейчас стырь у них все, что они добыли, чтобы у них инвентарь дольше заполнялся. А ты когда приходишь, у этого прокачанного булыжника у вас все заполнено? Да. Угу. Так. Ну ладно, все, я у всех все забрал, значит. Всем пока, теперь уж точно конец. Продолжим в следующей серии. Логично, да? Не забудь поставить лайк и подписаться. Всем покидули!